Алло. Привет. Ну что рассказывай? А куда хоть примерно? Там где-то на Работиново, Юли, там как бы Запорожье-то далеко от линии, это само-то там Запорожская область видно. Так они прорываются и так пытаются на 500 метров, бывает, вглубь наших уходят. И на Херсоне они сейчас готовят тоже там. У них же 24-го день Украины. Они хотят вылупиться там, что до конца августа. Да, Херсонское направление не оставляет попытку, они же мост все бомбят крымский. И Херсон там сейчас будет еще тоже. Херсон и Запорожье, это вот две горячие точки. Херсон там, да. Да, блин. Слушай, так-то, конечно, ведь это опасно. А на чем поедете? А на КамАЗе. Ну, прикрытие, это бот какой-то. Всю ночь впереди-то будут, наверное, эти с автоматами все. Ну, там все равно же артиллерия, вот это все будет. Вы-то просто будете. Какая вы? Я поняла, поняла. Но вы-то все равно будете хоть на где-нибудь хоть. Ивану сегодня. Нет. Ну ты хоть фотки-то не оставляй. Фотки, телефон. Ты сама такое, бери, дорогой, это, да. А там уж костюм запасной или что-нибудь. А знай, там связи не будет, да, наверное. Алло. Связь-то будет, не будет, что говорят. Связь-то будет, не будет. Там-то связи-то не будет, будет. Ясно. Оля мне сегодня пишет. Оля пишет. Ну, Оля сегодня пишет у Ивана. Говорит, можно написал по второго ночи, что все, они уехали, связи не будет. Что случилось? Я ничего писать и не буду, пока ничего не знаю. Пусть сам расскажет. Я напишу, я тоже ничего не знаю. Что панику поднимать, тем более он ей не говорит, где, куда, чего. Вот. А я-то вчера про все про эти легла, все про проштудировала. Думаю, ну вот Херсон-то там будет, там тонкое место, там они вот у них. И пишут, я же тебе вчера сбросила, что туда и подтягивают технику. У меня, ну, 24 августа, там горячий день будет, там же день Украины, они все равно все это будут.